Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости, художники, поклонники искусства. Сегодня у нас замечательное событие, в чем-то уникальное в нашей картинной галерее. Сегодня у нас представлена областная выставка, причем выставка непростая, а портрета одного из самых сложных жанров в искусстве. Выставка представлена разными именами художников, ну, я мало кого знаю, кроме местных, конечно, поэтому чуть позже Александр Иванович скажет, может быть, о ком-то более подробно. Можно сказать в целом о выставке, вообще о том, чем занимаются художники. Художники пытаются не только поймать то, что неуловимо, поймать красоту, в портрете характер человека, уловить то, чем он живет, о чем он думает, о чем мечтает, о чем печалится. Вот каждый раз, вглядываясь в портрет, хочется увидеть вот эти эмоции. Это вот, наверное, уже следующее достижение. После передачи, наверное, каких-то анатомических особенностей, если говорить о реализме, дальше передача характера. Вот здесь, пройдя по этому залу, можно попытаться прочитать вот эти эмоции, посмотреть, насколько художнику удалось решить все эти задачи. Очень приятно, что здесь присутствуют самые разные техники. Здесь есть направление, которое возглавляет Сергей Николаевич Андреяко, многослойная акварель. Есть представители Глазуновской школы, есть художники, на которых, глядя на картины, которых видно, что да, вот это Суриковская школа. И это замечательно, потому что школа, наверное, все это самое главное, что надо сохранять, традиции, которые надо сохранять. Потому что у нас вообще в нашей стране, вот это в России, школа хорошая, замечательная. Задача сегодняшнего дня не потерять то, что было сделано раньше, приумножить, ну, по возможности шагнуть вперед. Ну и, наверное, искать, потому что много сейчас разных поисков. Ну, вот мы тут общались с Александром Ивановичем, говорили, что реализм вот для нас, например, самое лучшее, что может быть в искусстве. И именно в этом... Ближе нам, да. И вот, наверное, именно здесь можно добиваться каких-то успехов. Можно, ну, в любом случае, публика к этому относится всегда положительно. И этим проще как-то... Ну, найти какой-то отклик в душе человека. Все, да, прочие явления, они вот в силу своего слабого развития, может быть, они немножечко пока не готовы для того, чтобы из них делать основу для выставки. Поэтому я рад, что эта выставка в основе своей реалистической получилась, и это очень хорошо. И очень, ну, отдельно поблагодарить Союз художников Подмосковья за то, что они занимаются такой замечательной работой, собирают художников, которые сейчас в последнее время перестали быть активными. Ну, что говорить, в общем-то, таких выставок-то, ну, раньше они были постоянно, сейчас их почти не стало. И многие художники потеряли интерес к выставкам, многие сидят все дома и никуда их не вытащишь. Объединить сейчас гораздо сложнее, чем еще там, может быть, лет 15 назад, когда все стремились, бежали, и их очередь стояла. Сейчас это огромный труд. Я прекрасно понимаю, как тяжело вытащить из своих вот этих насиженных гнезд. Тем более, что, ну, уже если говорить об стороне финансовой, ну, сейчас как-то не очень хорошо покупают живопись, мягко говоря. Поэтому вот это тоже не стимул творить. Так что можно, кстати, преклонить колено перед тем, кто занимается творчеством до сих пор, потому что это для из любви к искусству. Это для нас с вами, это для зрителя все делается. И для меня это вот большой подарок, вот эта выставка. И большое спасибо, вот, Александр Иванович Беглов, заслуженный художник России, представитель Союза художников Подмосковья. Наверное, подробнее, наверное, скажет об этой выставке. Да, спасибо. Дорогие друзья, я хочу... Ну, от нас всех Роман Александрович, Аркадий Александрович поблагодарить за его подвижничество. Мы недавно делали совместный проект выставки Ирины Николаевны Воробьевой. Это заслуженный художник Российской Федерации. Она ушла из жизни в 93-м году, но она входила, ну, наверное, в пятерку лучших графиков Московской области. Ее знали далеко за пределами Московской области. Она представитель такого советского времени. И у нас не состоялась бы выставка, если Аркадий Александрович не предоставил из фондов вот этой галереи, где мы находимся, работы ее. Очень большие отклики были, очень много людей
приезжала из Москвы, те, кто с ней работал, в общем, откликнулись на это. И сила реалистического искусства в том, что оно всегда понятно, оно ведется диалог со зрителем картины. То есть человек приходит, он, во-первых, узнает, если там герой какой-то известный там, или малоизвестный, он либо его знает, либо он пытается о нем что-то узнать, но идет какой-то вот диалог. Если это многофигурные композиции, то обязательно, а что за сюжет, а как его каждый воспринимает по-своему. Что касается этой выставки, эта выставка, она такая компактная. У нас были два проекта, в Клину был, еще где-то, Марин. Нет, у нас в Коломне был. В Коломне, да. Тоже называется «И создал художник портрет». То есть мы как бы вот художников попросили в свое время, то есть подумать, начали с того, что с автопортрета. То есть много было лучше автопортретов. И вот такая у нас как бы немножко проект. Он немножко как-то за одно время замолчал, но вот благодаря этой выставке, я думаю, мы к нему придем. Потому что уж художник сам себя всегда пишет, когда не хватает модели. Состав коллекции, конечно, разный. У нас вообще Союз художников Подмосковья сложился, как бы я тоже в Союзе художников России, в Творческом союзе я вице-президент, и в Московском отделении Союза художников России. Но вот посмотрев о том, как, что, где, что делать, захотелось взять самое лучшее. А самое лучшее – это сделать большое разнообразие. Ведь как бывало, появлялось какое-то направление, вот шестидесятников, там, семидесятников, восьмидесятников. Вот вешался ярлык, и приходишь на выставку, и вот ты должен в этой парадигме существовать. Чуть вправо, чуть влево, приходит Глазуновец, там кто-то у Глазунова учился, я тоже у него учился. Вот, и говорят, это нафталиновый живопись, это 19 век, это мы все видели у передвижников, давайте вот что-то, вот надо а-ля делать там Осовский там, или а-ля Борский там, или еще кто-то вот из таких художников. Конечно, это мешало развитию художника, а самый главный зритель от этого становился обделен. Вот у нас Союз художников Подмосковья, у нас двери открыты, у нас даже есть работы, ну, скажем, в реалистической манере, но на грани, так сказать, андеграунда, то есть с элементом такого, может быть, первооткрывания живописи для себя, не имея школы, не имея как бы каких-то приемов, которые позволяли ему так вот наравне с профессионалами дебютировать. Но тем не менее мы знаем, что андеграунд во Франции, это империи, последний стиль, высокий ампир, вот, он позволил, так сказать, взглянуть художников крупных на вот то, что происходили, какие изменения. Взять даже воспоминания Пикассо, который, в общем-то, был профессиональным художником, и он на Монмартре говорил, вот они там экспериментируют с кубиками, там, а у меня лучше всех получается. Потому что у него школа была. Он на самом деле поясничал, он об этом потом и не скрывал, и в конце жизни писал об этом. Вот. Хотя у него много реалистических работ. «Девочка на шаре», так сказать, и, ну, мы знаем такие работы, которые вполне в традиции. Вот. Так вот, у нас большое разнообразие. У нас желание показать зрителю как бы более разнообразный, потому что все мы разные. У всех у нас свои какие-то вкусовые предпочтения, у всех у нас своя история. У нас у всех разное образование, разные знания об области изобразительного искусства. Так же, как, например, приходит человек слушать симфоническую музыку, не всегда он к этому подготовлен, да? Но он подготовлен слушать популярную музыку. Ну, нельзя за это судить. Наша задача – дать людям возможность услышать совершенно разное. Конечно, сейчас нет цензуры, но у художника должна быть самоцензура. И надо сказать, что у нас все равно эта выставка проходила в выставочной комиссии вот, под руководством Аркадия Александровича, поскольку он хозяин этого здания, то есть это помещение, это выставочные темы. Вот, но рамки мы немножко более расширяем, и все художники, они очень благодарны этому. Вы представляете, если вот, например, вот я видел и делал тоже школу Андреяки, мы каждый год делаем в Щелкове выставки преподавателей, студентов. Конечно, когда зал завешиваешь, здорово все, но все равно это как бы уже какая-то одна тема. И как ярко, интересно смотрятся вот работы на фоне других работ. Или, например, Суриковский институт, где очень много, вот мастерская Забелина, это Игорь Раевич, он участник боевых действий, вот его работы, они
как бы написано, пережитый, он даже ранен был. Вот, да, он Суриковский заканчивал, 6 лет отучился, как и все. Вот, и он правдиво, то есть это вот Суриковский момент, когда брать из жизни, чтобы была большая подготовительная работа, из материала, как все продумано, пережито должно быть, с элементами импрессионизма, достижений вот такого, как бы, цветовых эффектов. Школа Глазунова здесь вот сзади, Глебова Саши, вот, то есть такая с отсылкой на 19 век, такую, как бы, говорит о том, что Россия это все-таки была империя, Россия носительница больших традиций, здесь свое. Потом вот эти портреты ветеранов, да, вот, которые здесь есть, это уже другая история. Вот, поэтому каждый, есть портреты вообще декоративные, то есть каждый здесь может найти для себя своего зрителя. Вот в советское время особенно было развито, ну, Крымский вал, этот восьмой зал, это второй этаж, самый большой. И вот висит иконостас членов Президиума Союза художников России, дальше поменьше, там регионы идут, и в конце где-то. Но зритель, он всегда найдет своего автора, он всегда найдет своего художника. Он будет ходить долго, так сказать, и всегда найдет. Поэтому экспозиция, вот как здесь она сделана с большим уважением к художнику, большим уважением к зрителю, чтобы было все понятно, чтобы работы не мешали друг другу, чтобы они дополняли. Сложно, конечно, здесь было вместе графику разместить рядом с масляной живописью, потому что это уже разные техники, и графика, она, в общем-то, если говорить по-большому, она всегда требует серии. Если графики пишут, обязательно 3-4 работы должны. Потому что графика всегда, она, ну, предполагается. Это от книжной графики идет, иллюстрации, как бы она более должна быть в серии. Очень много, здесь Строгановка есть, вот Лена Лебедянская, скульптора Гену Александрова написала. Вот, то есть совершенно разные школы, разные мнения, и мы все уживаемся друг с другом. У нас более 1000 человек, уже вот я билеты подписывал. Вот, поэтому мы думаем, что у нас есть будущее. Сейчас вот в Новом Иерусалиме поручено сделать выставку «Союз художников Подмосковья» 7500 квадратных метров. Вот, эта выставка будет в сентябре следующего года. Вот, поэтому думаем, что сейчас, слава богу, власть немножко начинает к нам поворачиваться. Надеюсь, что это не просто к выборам, а что это и продлится. Даже есть разговоры о том, что они возродители комбинат. Это даже президент озвучил. Сейчас идет разговор, экспертное сообщество создается о закупках. Вот Росизо занимается закупками, занимается стартиковкой закупками, занимается. Но это все кулуарно, это как-то не, как сказать, они законы все выполняют по закупкам там, да? Там с закупками, но, безобразие происходит, да, на самом деле. То есть, но это не закупки, как за, раньше. Да, были. Закрытый это, клуб, то есть, да, это нет резонанса. Авангард, да, закупают, остальные, да, нет. Ну, в общем, в принципе, сколько? Вот, ну, Третьяковка, например, она закупает, ну, где-то не менее 2000 работ. Ну, у них своя методика, они берут там по техникам, по каким-то этим. Русские музеи закупают. Ну, вообще, надо сказать, живописи очень много. Когда в 2008 году, помните, Эрмитаж ограбили и решили провести экспертизу, оказалось, чтобы, значит, просто музейный предмет в руках подержать, ну, там, ну, полминуты, да, в Русском музее нужно 7 лет минимум, живопись только. Вы не, себе не представляете, а огромное количество, наверное, ну, почти больше, чем Третьяковки, живописи в историческом музее. Почему ее не показывают? Она атрибутирована, все как бы, но она не каталогизирована, она, ее нельзя показывать, пока она не, как, полностью не выполнена, ну, согласно 54-му федеральному закону, все ее условия. Вот. Очень много живописи у нас в городах, в Саратове, потом в Пензе, ну, много вот таких, как Санкт-Петербург, конечно, там вообще, это как Флоренция, там можно гадать. Но, тем не менее, вот, мы придерживаемся все-таки, конечно, реалистической живописи. У нас есть, как бы, такое, знаете, творчество, как вот сейчас модно говорить, эксперименты, но это в декоративно-прикладном творчестве. Мы как бы такое оставили, возможность, окно такую, форточку, для чего? Потому что, ну, как бы там синтез искусства, чтобы мог графика там с ДПИ как-то, с деревом, металл, стекло, там, чтобы все как бы... Не закрывать это, так сказать, прям уж такие ретрограды, вот реалисты и все.
Ну, в общем-то, у нас такая позиция, как бы, про, ну, мы традиционалисты, и мы хотим, чтобы русская школа, вот, в большом понимании, она была, так сказать, продолжалась и продвигалась. И с реализмом тоже не все так просто. Ведь есть две основные парадигмы в развитии реализма. Есть французский этот, подход. Это когда много полутонов, много там мазков, много такой вот. Есть русская, так от иконы идет, византийская. Это когда один цвет, вот, а в нем очень, Стажаров, например, этим отличался, а в нем очень много красок размешано, он берет черный, а в нем там минимум 5-6 цветов каких-то, локальных, кажется, да, а потом начинаешь смотреть, какой север у него красивый. Вот, поэтому вот такие вещи, они более тяжеловесные, такая византийская школа. Вот, поэтому это я только часть рассказал, в реализме очень-очень много можно открывать. А самое-то главное, что художник решает, прежде всего, пластическую задачу. Задачу, сколько цвета, как форма должна быть. Вот. И когда говорят вот, абстракционист или нонконформист, вот мы там что-то оригинальное, там, согласен, но вот я в Германии часто езжу, в западную, и вот с художниками собирались как-то и говорили, говорят, ну а что вот в нашем искусстве вам не нравится? Я говорю, знаете, не нравится то, что вы не разговариваете со зрителем. Вы даже иногда не считаете нужным название работы придумать. Там пишут номер какой-то, догадайся сам. Я вот видел результат этого творчества, что когда в Хагене, например, выставочный зал, несколько этажей стеклянных таких, и на входе всего один смотритель, хранитель в одном лице. Ну и камера работает, а залы пустые, никто не ходит туда. Почему? Потому что если художнику наплевать на зрителя, он считает нужным что-то ему рассказать, какую-то историю хорошую, там, или удивить чем-то, красотой какой-то, то и, естественно, он получает это и в обратном. Вот, поэтому радуемся, что у нас есть реализм, вот. Радуемся, что у нас есть такой Аркадий Александрович, подвижник, я его очень давно о нем слышал, знаю его, мы, ну, в министерстве как почетом соприкасались, вот. Но я хочу сказать, что человек, который всегда на помощь придет, который хорошие коллекции, у него хороший вкус, он хорошо разбирается в искусстве, с ним приятно, как с профессионалом, иметь дело. Поэтому спасибо вам всем большое за то, что меня так долго слушали. Сейчас слово хочу предоставить Наталье Ивановне Бабиловой, но если угостить начальника отдела культуры. Ой, забыл начальство поблагодарить. Спасибо вам большое за то, что предоставили возможность. Александр Васильевич, он немножко скромничает. На самом деле работы Союза художников Подмосковья очень высоко оцениваются в правительстве и непосредственно Министерство культуры Московской области. Ну, не раз вручая награды, наверное, об этом говорит и подтверждает. Да? Нам очень приятно, что у нас сегодня такая большая площадка, такая большая возможность встретиться, как вы говорите, различным направлениям, различным школам, и людям с малым опытом работы, и с большим, как говорится, стажем работы, если так это можно сказать. На самом деле это очень приятно. Мы с Союзом художников уже знакомы неоднократно, свои работы они у нас в городе уже показывали. И очень приятно, что на одной единой площадке встречаются люди, объединенные любовью к творчеству, к искусству городов Московской области. То есть у нас есть замечательная возможность, да, еще разочек показать и наши возможности, и в то же время посмотреть и познакомиться с работами других художников. Ну и как сегодня правильно было сказано, у каждого из нас свой есть мир, и очень приятно, что есть возможность увидеть каждого автора, его восприятие этого мира, да, его отношение к этому миру. И поэтому, наверное, это вот самого дорогого стоит, когда есть возможность увидеть все вот это вот разнообразие. Поэтому спасибо вам, спасибо большое. Мы надеемся, что наши творческие проекты, они будут неоднократно в городе, да, проходить. Приглашайте, да, с удовольствием. Мы вас приглашаем, все, да, слышат. Разные есть проекты, да, и поэтому с удовольствием. Спасибо, да, большое. Вам спасибо. Ждем вас еще. Спасибо. Как сейчас было сказано, здесь присутствуют художники местного отделения Союз художников Подмосковья. Вот хотелось бы предоставить слово Анне Капитановой. Я представляю здесь наше отделение города Красноармейска.
вот председатель, я председатель Анна Бутанова. Вот, и все-таки эта выставка, я так думаю, это подарок не только для нашего города, но и подарок для нашего отделения, именно нашего Красноармейска, потому что отделение исполнилось 5 лет. Вот, и я хочу поблагодарить всех, за такой замечательный подарок, и я восхищаюсь этой выставкой, и очень рада, что много городов пришли сюда, в эту галерею замечательную, уютную, и показали нам себя, это здорово. Вот. И еще одно поздравление для нашего города и нашего отделения, это народный творческий коллектив, который называется «Талица», они тоже нам небольшой подарочек сейчас исполнят, музыкальный. Повтори, моя.
догнала. А мы с тобой так по дорожке сядем. На этой выставке у нас есть план мероприятий. Вот, и хочу вас познакомить с тремя мероприятиями, которые вот здесь будут проходить. Значит, 27 числа ноября будет проходить мастер-класс «Портрет». Могут присутствовать все желающие, и художники нашего союза красноармейского будут знакомить всех желающих с техникой масла, сухая кисть. Вот. Программка будет висеть здесь, вы можете посмотреть, еще взять телефоны, если у кого-то какие-то вопросы есть. Также здесь, естественно, как и всегда, будут проходить экскурсии и для детей, и для взрослых. И в течение выставки этой, будет проходить очень интересное экскурсионное сопровождение. Марина Михайловна Якунина будет проводить, можно так сказать, лекции для школы искусств, может быть, и для других желающих, которые называются «Все о портрете» с элементами викторины и еще такое практическое занятие, которое называется «Композиция портрета». Все вот эти вот занятия будут проводить Якунина Марина Михайловна. 29 числа на этой выставке, в этой галерее, будет творческая встреча с Коноваловым Анатолием Николаевичем, который здесь тоже участвует в этой выставке, и он встретится с учениками школы-интерната города Красноармейска. Кстати, они сейчас, некоторые ребята, здесь присутствуют, на этом открытии. Вот, и, кстати говоря, директор школы-интерната нашего Красноармейского Маргарита Анатольевна тоже хочет поздравить с пятилетием наше отделение. Уважаемые гости, вы знаете, сегодня очень приятное, радостное событие. Когда у друзей праздник, друзья всегда приходят и поздравляют их. У наших друзей, красноармейских художников, сегодня маленький-маленький юбилей, пятилетие. Вот мы пришли с нашими воспитанниками поздравить вас с таким замечательным событием. Нам бы хотелось, чтобы в вашей жизни их было очень-очень много на долгие года. Вы дарите людям радость. Мне бы вышел Коновалов, мне бы хотелось отметить, это не просто замечательный художник наш красноармейский, это, вы знаете, человек с большим сердцем, с большой буквы.
Я его знаю, у меня дочь училась у него в художественной школе, то есть вот все года, и настолько вот такие теплые, дружеские отношения, и вот только-только все самое хорошее об этом человеке можно сказать. Я вот тоже работу подходила, смотрела, замечательные работы. Спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо, что вы, это наши давнишние друзья, они приходят к нам в школу, мы с ребятами проводим мастер-классы. В прошлом году вот Ирина Фомина готовила наших ребят. Ирочка, выйди, пожалуйста, сюда. Вы знаете, мы участвовали в международном конкурсе «Золотой шар». Вот она с нашими воспитанниками готовила, значит, рисунки, и мы отправляли, вначале в Москве, да, было у нас, да, потом ушли они за границу. Вот наши ребята заняли, значит, первые места и стали лауреатами этого конкурса. Нас даже наградили поездкой в Суздаль. Но так как у нас не было транспорта, вот так же наши друзья нас не бросили. Они нам оплатили автобус, мы с нашими воспитанниками ездили в Суздаль. Это замечательная была поездка, это море позитива. Вы не представляете, ребятишки настолько были счастливы и довольны. Низкий вам поклон. Хочу пожелать вам творческих успехов, самое главное. Ну и чтобы нотки огорчения как можно меньше вас посещали, и был только вот один позитив и радость. Спасибо вам большое, что вы есть на этой встрече. Еще как бы одно объявление. В городском дворце культуры сейчас уже открылась фото-выставка, которая тоже как бы приурочена к пятилетию нашего отделения. Она называется «Город в лицах. Фото-выставка». Там представлены наши красноармейские 4 художника, фотохудожника. Мы вас тоже приглашаем туда посетить эту выставку, написать свои отзывы. Большое спасибо, что вы пришли поздравить наш город и наш союз художников. И здесь у нас есть небольшие для вас гостиницы. То есть, кто же говорит, всем-всем огромное большое спасибо. Ну, все-таки по традиции хотела бы сказать, что выставку... Открылась! Стол там, картина здесь.